Привет, дорогие друзья, всем из нашего скромного, тихого, спального Бакаратона. А я вот вышел на променад и думаю, давно я не выходил и не делал такие записи. Все больше сейчас у нас прямых эфиров на канале Russians Do Florida. Но я думаю, что можно записать и можно показать вам, за что реально сегодня в Бакаратоне люди платят миллион долларов, вот за какой дом, за какой район, да? Когда мы покупали дом, во-первых, хочу сказать, что сегодня, вот сегодня, на сегодняшний день, я свой дом купить бы не смог. Просто не смог бы, у меня не хватило бы денег. За что сегодня люди хотят платить эти сумасшедшие деньги, эти сумасшедшие цены? Ну, готовы? Погнали! Вот мы идем по моему спальному бакаратончику. Такого плана дом одноэтажный. Ничего так особенного. На лям он, наверное, не потянет, но 1750-800 запросто. Вот еще один. Тоже такого же плана. Но мы пройдем пару кварталов с вами и посмотрим. Наверняка мы увидим дом, который сегодня стоит миллион, а то и больше. Я вам его покажу. Все у нас красиво, все ухожено, очень чистенько, светленько, тихо. Вот видите, никого на улице нету, и вряд ли кто-либо мне встретится. Но может быть какой-то спортсмен будет мимо пробегать или на велосипеде проезжать. Но по сути у нас очень тихо и очень спокойно. А вот это, по-моему, наши соседи с другой стороны. Вот тоже ничего особенного, одноэтажечка такая небольшая, может 2500 скворфит, то есть квадратных футов. Ну, тысяч, наверное, 750-800 они сегодня за этот домик голубоватый, такой голубенький, могут получить. Я слышал, что сейчас все боятся того, что остановится рост цен на недвижимость во Флориде, в Бакаратоне, в Южной Флориде в целом. И вот мы не с нетерпением ждем этого момента, потому что с ростом цен также увеличиваются и налоги. К сожалению, это так. Цены идут вверх, налоги идут вверх. В прошлом году у нас опять сделали перерасчет, и нас заставляют платить больше. Да вот приблизительно такие пару домов стоят. Как два брата-близнеца одинакового цвета, да? Вот такой дом сегодня будет запросто стоить миллион, а то и больше. Это двухэтажный дом, приблизительно 3500 скворфит, квадратных футов. Если он не стоит на дорогу, не в шумном районе, как этот, а именно вот в центре, такой домик будет порядка лям, а то и выше. Вот еще один, тоже такого же плана домик, приблизительно даже они похожи чем-то, такой же дизайн, тоже где-то около ляма. Гараж на две машины, это стандарт во Флориде, а то некоторые имеют и три машины, гараж на три машины. А мы с нетерпением ждем снижения цен на недвижимость. Вот еще один кандидат в миллионеры, пожалуйста. Такого же плана дом. Мы ждем падения цен, потому что ну некуда уже больше расти, некуда. И говорят, слушай, ты это же хорошо, ты твой дом вырос в цене, ты можешь его продать, денег заработать. Я говорю, да, конечно, могу продать, заработать, а жить где? А купить что я смогу? После того, как я свой продам, да? Все же растет, не только дома, а квартиры и кондоминиумы. И так далее. А кооперативов как таковых здесь в Бакаратоне нет. В основном кондос. Я даже не слышал, здесь есть что-то такое типа ковапа. Вот такой симпатичный домик, одноэтажненький, наверняка с высокими потолками. Гараж на две машины, еще две поместятся на драйвее, а то и три. Вот такой дом порядка 800 тысяч будет стоить запросто на сегодняшнем маркете. Вот домик, неплохой двухэтажечка такой,
тоже где-то 3500 скорфит. Этот дом будет, наверное, стоить лям. Вот еще один красавец, такой модерн дизайн, более не менее современный такой дизайн у него, тоже кандидат в миллионеры на сегодняшнем маркете. Ну, это все, конечно, замечательно и хорошо, но самое главное в Бакратоне — это то, что скоро начинаются школы. Школа начинается в августе, это буквально через месяц, а то и меньше. И те, кто на сегодняшний день еще не купили дом, они не попадают в эти школы. А вот еще один кандидат в миллионеры. Да, может быть, да, очень может быть. А у меня сегодня такой вечерний променад, 1,5 мили вокруг нашего комьюнити. Пойду, поснимаю, вам все расскажу, покажу. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их мне, пишите в комментариях. Постараюсь ответить. Вот, на все, на что знаю. А смотрите мой канал. Не забудьте подписаться на канал. Канал Russians Do Florida. Это бесплатный канал для всех. Вот красивый дом, еще один серенький покажу. Будем на этом закругляться. У нас на канале выходят прямые эфиры с людьми, которые интересуют многих. Например, агенты риэлстейта, агенты по моргидж, по ипотеке, брокеры, моргидж-брокеры и многие другие. По понедельникам выходит программа «Планета здоровья», и мы приглашаем докторов, медработников, людей, связанных с традиционной, а также альтернативной медициной. Вот, 100% этот домик будет стоить больше ляма. Красивый большой домик, современный. И так далее. А вот я в моей синей майке рассекаю по Бакратону, по моему комьюнити. Все вам тут показываю, рассказываю. И я думаю, на сегодня все, дорогие друзья. Смотрите канал Russians Do Florida. Это канал о нас, это канал для вас. И до новых встреч. Обнимашки, обнимашки, целовашки, целовачки. Не забудьте подписаться на канал.